Ну все, мы завелись. Давай! Встречай! На фестивале камызяки! Юрмала и камызяк — это небо и земля. Здесь и небо, и земля, а у нас земля. Земля, земля, одна земля. Даже нет асфальта, одна земля. И дождь, как здесь. Лавбакер Юрмала. Лавбакер, правильно сказал? Лавбакер. Да. Друзья, просто латышский язык такой сложный. Наверное, поэтому почти все латыши по-русски разговаривают. Кстати, знаете, вы латыши, да, в отличие от вашей погоды, такие постоянные. В прошлом году на КВН те же самые люди были. Тут немножко посидели по-другому. Вот вы мужчина, да-да-да, в восьмом ряду, вы. Вы же в прошлом году на первом ряду сидели. Довольный такой. Что-то случилось, что ли, у вас? И женщина с вами другая была, ну ладно. А теперь по работе. Уважаемый жюри, у меня в руках официальное письмо, можно сказать, приказ мэра города Камызяк о распределении кивинов на этом фестивале. Внимание! А кем он себя возомнил? Тут по-другому надо. Кивин — птица строптивая, ее укрощать надо. Как Адриана Челентана, помните, в одноименном фильме? Помните, когда Адриан Челентан ногами виноград давил? О. Вот что значит Европа. Тут люди вино ногами делают. У нас в России руками не получается. Давай, камызяки, юрмали, поехали! Итак, начнем. Песня про Первый канал. Шел проект по первому шоу на века. С вышки в воду прыгали звезды кое-как. Затаив дыхание, люди ждут, когда выплыть не получится у Мити Фомина. Камызякское телевидение не стоит на месте, а уверенно падает в пропасть. И вот, к примеру, бешеная популярность шоу «Один в один» на Первом канале привела к тому, что на камызякском телевидении сняли такое же шоу «Один в один, как один в один». Опа, Гангнам Стайл! Гангнам Стайл! Опа, Гангнам Стайл! И победителем шоу «Один в один» по-камызякски становится мэр города Камызяк! Поздравляем! Спасибо! Мэр, Виктори, мэр! Стоп! Снято! Все, молодцы, поздравляю! Финальную передачу сняли. Теперь давайте, знаете что? Теперь давайте предыдущие передачи снимать. Только уже с соперниками. Мне же соперники нужны. Я же не могу в этом шоу один участвовать. Это же не выборы. А давайте у нас в мэрии всех под звезд загримируем и все. Не надо никого гримировать. Вот, посмотри, у нас бухгалтер. Один в один Михаил Прохоров. Но ведь Прохоров не певец. Ну это же хорошо. Зато никто не удивится, почему ты проиграешь. Все, давай, пой. Песня про Кипр. Весь покрыт офшорами, абсолютно весь. Остров невезения где-то в море есть. Остров невезения где-то в море есть. Лично я оставил там миллионов.
Ну вот, здорово же, когда беспонтово. Так, ты давай, ты будешь у нас Батырхан Шукенов. Так, подожди, стоп. Тебе надо хореографию потянуть. Ну, давайте я на сальсу запишусь. Какая сальса? Ты же мусульманин, тебе сальса нельзя. Вот. Вот это будет мой самый главный соперник. Вы посмотрите, как он на Игоря Николаева похож. Спасибо, конечно, но я плохо пою. А, сейчас вообще один в один Игорь Николаев. Вы знаете, грех было бы не использовать Игоря Николаева. Ой, сейчас как Наташа Королева сказал. Давайте, знаете, сейчас, внимание, давайте будем снимать передачу, где я утираю нос Игорю Николаеву. Ой, сейчас вообще как Тарзан сказал. Все, давай, пой. Жизнь невозможно повернуть назад, хотя у Пугачевой получилось. Ну вот, великолепно. Великолепно же, когда отвратительно. Сразу проиграешь. Почему? Во-первых, потому что это не твоя песня. Во-вторых, это не твое дело. Лезешь куда не надо. Вот, ты будешь Дробыш. Не буду. Ну как это не буду? Рано или поздно с таким отношением к людям ты будешь Дробыш. Я сказал, не буду. Ну прекратите мне мозги капотировать, в конце концов, или нет? Я что, для себя стараюсь, что ли? Я во благо города все это делаю. Вы понимаете, что мы можем снять передачу и заработать $1 000 000? Ого! Вот тебе ого! Все долги в Камызяке покроем. Еще на город останется. Вот вы вообще хотя бы в жизни, вот хоть раз видели эти деньги такие? Нет. А я видел. И очень много раз видел. Они у меня вот так вот на столе лежали. Я их взять мог. И что, взяли? Это не твое дело, понятно? Ты что, прокурор, что ли? Да, я прокурор. Ты Дробыш! Все, дальше поедем гастролировать. В Москву поедем? Нет, в Москве вот такими никого не удивишь. Вы вот так вот могли бы и не делать. Все, заткнись. Знаете что, в Латвию поедем, там денег много. И в случае, если нас разоблачат, там смертной казни нет. Подождите, так у нас тоже смертной казни нет. Я тебе сказал, заткнись. Ты еще пойди по всему Камызяку это растрезвонь. Это у нас единственный сдерживающий фактор в нашем городе. Все, давайте репетировать. Бату фаду джентльмен. Дорогие друзья, оказывается, сейчас параллельно с фестивалем «Голосящий Кивин» проходит чемпионат мира по гостеприимству среди городов. И в финал прошли два города. Юрмала и Камызяк. И вы знаете, мы сейчас с гордостью хотим заявить, что город Камызяк – второе место. Юрмала празднует, да в Камызяке на твоем берегу. Здесь, как всегда, у всех все прекрасно, особенно в первом ряду. Счастье свое латыши на евро переведут. Начнется новая жизнь, и, может, нефть здесь найдут. Такое счастье по-камызякски мы называем ништяк. Мы первый раз поем под цветом песню про снова за золотого борется много команд. А Камызяку дайте большого, нам без кивина нельзя. Всегда ваши камызяки. По-любому правильные пацаны.